Натуральная природная декорация, дерево бонсай. Это ручная работа. Дерево это, естественно, склеено из нескольких частей. Но клей не вредит ничему в аквариуме. Очень интересное, очень красивое. Размеры его 20-22 сантиметра длина, 15-18 сантиметров высота. Все они разные, все по форме повторяют друг друга, но все в то же время немножко отличаются какими-то мелкими деталями друг от друга. При запуске аквариума с данной корягой, корягу никак не готовить, не кипятить, не обдавать кипятком, ничего такого. Просто ставить в аквариум. При установке данного аквариума, при запуске аквариума с данной корягой возможен бактериальный налет, такой белесый пойдет. Но это как бы все проходит. Можно ее отдельно предварительно вымочить. Можно как бы запустить сомиков анцитрусов сразу. И они очень любят это все дело подъедать. Очень быстро они ее обчистят от этого бактериального налета. Ну, опять же повторюсь, ни в коем случае не кипятить, не варить, ничего такого с ней делать не надо. Очень хорошо коряга подходит для приращивания на нем мха, каких-то невысоких растений, которые возможно посадить, анубисы и прочее. Ну, мелкие анубисы, нано марбл, вот что-то из этих. Очень хорошая и красивая коряжка.